Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов. Шкатулка для Этрога. Неизвестный мастер. 1674-1680 годы. Серебро, чеканка, позолота. 18 на 22 и на 14. Этрог – особый цитрусовый плод. Один из четырех предметов, необходимых для выполнения заповедей еврейского праздника Суккот. В Библии об этом празднике сказано, что в память об исходе из Египта евреи должны в течение 8 дней жить вне дома, в непостоянном жилище шалаше, а кроме того, в честь сбора урожая, происходящего в это же время, взять 4 растения и радоваться им. Одно из них, названное в Библии «плод красивого дерева», традиционно ассоциировалось с этрогом. Само дерево, произраставшее на земле Израиля, родом из Индии. Толкование Тори сравнивает этрог с мудрецом. Как этрог может быть найден на ветке в любой сезон, так и истинный мудрец и праведник принимает Божью волю всегда. И в радости, и в горе понимает, что все есть часть Господнего замысла. Поскольку для празднования Суккота нужен не любой плод, а самый лучший, цельный, с нетронутой кожурой и черенком, евреи очень бережно их хранили. Поэтому шкатулки для этрогов издавна стали традиционным предметом национального художественного творчества. До недавнего времени этроги выращивались на юге Италии, в Калабрии, и оттуда привозились во все еврейские общины Европы. За время пути плоды обретали едва ли не большую стоимость, чем подобная позолоченная вещица. Многие люди пользовались общим этрогом или покупали его в складчину. Ну вот так написано в интернете о шкатулке для этрога. 1674-1680 год, серебро, чеканка, позолота. Данные по тексту «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.